Ежедневно множество людей на Земле по разным причинам необходима донорская кровь. И только благодаря донорам у них появляется шанс выздороветь, выжить. В первом регионе в настоящее время почетных доноров 8866 человек, по Бресту 2161. Людям, не безразличным к возможности спасти жизни других, в Беларуси уделяют особое внимание. Ежегодно около 500 доноров награждаются знаком отличия – гоноровый донор Республики Беларусь. Я являюсь почетным донором, у меня есть удостоверение, медаль. Первый раз, когда, это было в молодости, я когда начинал сдавать, было немножко страшновато, конечно. Но это, так сказать, более по незнанию. Вот. Потом, как этот весь процесс, я все увидел, как это осмыслил, и уже страха такового нет. Почетный донор. Этот статус был и в эпоху СССР, и говорили о донорстве так же много, как и сегодня, агитируя, призывая. Только способы и методы того времени отличались от сегодняшних рекламно-социальных кампаний. Плакаты, газеты, афиши – это то, что использовали пиарщики 60-х-80-х годов 20 века. «Кровь донора – это жизнь. Вступайте в ряды безвозмездных доноров». Это те слоганы, которые применялись для агитации. Но суть всех этих призывов и тогда, и сегодня, и, наверное, в будущем сводится к одному. Донор – это человек, спасающий жизнь. И в какой форме будет подана информация – неважно. Используя этот вид искусства, наши, как сказать, предшественники очень хотели донести до населения именно ту важность донорства, которая всегда существовала в Советском Союзе, и сегодня она тоже не менее актуальна, как было в былые годы. Поэтому я очень рад тому, что здесь есть плакаты, которые можно проследить историю нашей страны через призму такого доброго дела, как донорство. 21 век внес свои коррективы в наше информационное поле. Сегодня больше актуальны различные социальные сети, чем печатные издания и плакаты. Но визуальный ряд для каждого из нас остался тем же. Это картинки, вглядываясь в которые, мы видим те же агитационные слова и призывы к действиям. Молодежь мыслит картинками, поэтому подобные вещи для них наиболее интересные. Вот. Они первое, что видят, вот эти образы интересные, и этот сам факт вот привлекает это внимание, а потом уже, рассматривая вот эти детали, начинаешь соотносить сегодняшний и вчерашний. Конечно же, такая временная дистанция проглядывает между тогдашним днем и сегодняшним. Безусловно, это уже как бы прошедшее время, но все выдержано, стилистически, прекрасно подано, композиционно собрано, и как бы при всем при этом это актуально по сей день, потому что образы разные, а трактовка разная, образы одни и те же. Сдавая кровь, вы спасаете жизни. Одна капля вашей крови может оказаться решающей для того, чтобы вернуть улыбку на лицо того, кто нуждается в вашей помощи. Эту работу мы, конечно, будем продолжать, потому что мы понимаем, что за всем этим стоит человеческая жизнь. А человеческая жизнь, наверное, не имеет цены. А по большому счету, видя те события, которые в мире происходят, мы понимаем, что действительно вот эта доброта, которую мы пропагандируем через донорство, она должна, наверное, быть более доступной, говорить о доброте, о той гуманности, которую вообще пропагандирует Белорусский Красный Крест. Виктория Капутина, Эдуард Бакунович, Юрий Лемонтович. Новости Бреста.